Привет, сегодня у нас расклад «Чего ты не замечаешь вокруг?» И давайте сразу начнем наш расклад. Итак, первый вариант. Верховная жрица. Маг. И тройка мечей. Поправим. Так, вот смотри. Первая карта — это что сейчас происходит вокруг, да, но ты, ну, остается вот незамеченным. Вторая карта — почему ты этого не замечаешь. И третья карта — как тебе обратить на это внимание и, соответственно, использовать в свою пользу. И вокруг тебя происходят такие события, которые требуют твоего внимания к внутреннему миру, да, к интуиции. Жрица, она говорит о том, что у тебя есть скрытые знания, тебе даются подсказки, которые ты не замечаешь. Твоя интуиция сейчас пытается достучаться до тебя вот, через сны, через случайные фразы, через цифры, через ощущения. Но ты этому не придаешь вообще значения. Рядом с тобой есть такой человек, который хочет поделиться с тобой вот важной информацией. Ну или мудрым советом. Но ты не обращаешь на это внимания, и тебе вот приходят знаки вот эти все. Но ты на это внимание не обращаешь, соответственно. И вот сейчас время, когда нужно прислушаться к себе и окружающим, чтобы вот не упустить ценные возможности, понимаешь? Внутренний голос, он пытается направить тебя. И важно дать себе время его услышать. Ты как, знаешь, ты как броню на себя одела и ничего вокруг не замечаешь. Но этот человек хочет донести тебе то, что важно для тебя, понимаешь? Почему ты этого не замечаешь? Ну смотри, ты настолько сосредоточен на своих делах, там, на своих достижениях, что упускаешь вот эти тонкие сигналы. И маг говорит, что ты сейчас вот в активной фазе. То есть много планируешь, действуешь, стараешься вот контролировать все вокруг. Твоя энергия, она направлена наружу, да? И это затмевает твои внутренние ощущения. Стремление вот все держать под контролем, да, и желание вот быстро достичь результатов, они мешают тебе замедлиться и прислушаться к себе. Ты считаешь, что интуиция — это что-то такое неопределенное, да, ненадежное, поэтому ты больше полагаешься на логику, на факты. И это приводит к тому, что ты пропускаешь вот эти внутренние подсказки и возможности, которые, как говорится, лежат на поверхности. Как обратить внимание на это? Ну, смотри, чтобы открыть глаза там, на скрытое, да, действовать более осознанно, тебе нужно обратиться к своим эмоциям и пережить их. Тройка мечей, она говорит о том, что у тебя есть внутренняя боль, да, ну или разочарование, которое ты подавляешь или игнорируешь. Признание и принятие вот этих чувств, оно поможет тебе очистить твое внутреннее пространство и освободить место для нового. Ты про переживания думаешь, про работу и так далее, и ты полностью игнорируешь свой внутренний голос. Вот позволь себе прожить вот эти эмоции, которые тебя гложат. Даже если это неприятно. Плачь, сопли пускай и так далее и тому подобное. Подушку побей. Да, пережить вот эти эмоции, прожить, да, это очень сложно. Но это шаг к исцелению и к пониманию себя. Когда вот ты отпустишь вот эти прошлые обиды, страхи, то твоя интуиция, она станет сильнее, и ты сможешь замечать то, что вот вокруг тебя скрыто. Как говорится, у тебя, знаешь, вот пелена на глазах. И стоит замедлиться, дать себе время вот на размышления. Прогуляй, там, помедитируй, да, книжку почитай, успокойся, остановись, куда ты бежишь. И вот это все, да, оно поможет тебе восстановить связь с собой. И начни обращать внимание на знаки, на ощущения, доверяй своим предчувствиям. И это поможет тебе принимать более, как говорится, информированные решения, да,
и не упускать важные возможности, которые тот человек, которого ты не замечаешь, должен тебе принести. Это был первый вариант. Обязательно оставь обратную связь и обязательно подписывайся на канал. Вот на красную кнопочку нажми, чтобы она стала серенькой, если ты еще не подписана. И давайте перейдем ко второму варианту. Сила. Семерка пентаклей. И четверка пентаклей. Ну смотри. А первая карта — это что сейчас происходит вокруг, да, но ты этого не замечаешь. Ну а по силе вокруг тебя сейчас происходят такие события, которые требуют проявления твоей внутренней силы и уверенности. Но ты этого не замечаешь. Ты вот плывешь и плывешь, как говорится. И вот сила говорит о том, что у тебя есть огромный потенциал, есть огромная энергия, которые вот могут помочь тебе справиться с теми ситуациями, которые сейчас у тебя. Твоя способность влиять на обстоятельства, на людей, вот оно намного больше, чем ты думаешь, понимаешь? Ты обладаешь харизмой, ты умеешь находить подход там совершенно к разным людям. Но в суете вот этой повседневной жизни ты не обращаешь на это внимания. И рядом есть человек, который нуждается в твоей поддержке и руководстве, и ты можешь стать для него вот источником вдохновения. Твоя вот мягкая, да, но уверенная сила, она способна направить ситуацию в нужное русло. Но ты этого не замечаешь. И также у тебя есть сейчас возможность преодолеть внутренние страхи, свои сомнения, выйти из апатии вот этой. Ты способен вот справиться вот со всем, что вот раньше казалось непреодолимым. И это время, когда ты можешь взять ситуацию под контроль, да, показать себя с лучшей стороны. Но ты этого не замечаешь. Ты просто плывешь. Ну, по течению я имею в виду. Поэтому не упускай шанс проявить свои вот эти лучшие качества прямо сегодня, сейчас, там, вот сейчас уже все. Понимаешь? И ты достигнешь того, о чем давно мечтала. Сейчас есть возможности, но ты этого не замечаешь. Так почему ты этого не замечаешь? Семерка пентаклей. Ну смотри, ты не замечаешь этого, потому что ты слишком сосредоточена на ожидании там результатов, да? Ты испытываешь еще нетерпение. И вот семерка пентаклей, она говорит, что ты вот вложила много сил, да, много времени в определенное дело и там отношения, да, и сейчас ты ждешь плодов своего труда. И твоя концентрация вот на будущем результате, да, оно мешает тебе видеть то, что происходит здесь и сейчас. Ты ощущаешь сейчас там разочарование или вот усталость от того, что все идет не так быстро, как тебе хочется. И это заставляет тебя пропускать важные детали и возможности, которые вот есть сейчас вокруг, здесь, сейчас, понимаешь? Твоя вот эта озабоченность прогрессом, да, она отвлекает от внутреннего голоса, от интуиции, которые пытаются направить тебя, прям вот стучат тебе в голову, но ты этого не хочешь замечать. И кроме того, ты вот погружена в этот быт, да, там рутина, вот эти повседневные заботы все, из-за чего ты не замечаешь там свои силы и своего влияния. Твоя привычка вот фокусироваться на конкретных задачах, она ограничивает твой взгляд на общую картину, понимаешь? То есть ты настолько занята ожиданием результатов, что ты упускаешь вот возможность насладиться процессом, использовать свои таланты вот прямо здесь и сейчас. Как тебе обратить внимание, да, и использовать это в свою пользу? По четверке пентаклей. Ну смотри, чтобы обратить внимание на свою внутреннюю силу и начать ее использовать, да, тебе нужно отпустить излишний контроль и вот этот страх потери. И вот четверка пентаклей, она говорит о том, что ты слишком крепко вот держишься за то, что у тебя есть, да, боясь там перемен, боясь рисков. И это удерживает тебя вот в рамках, понимаешь? И не позволяет тебе расти, развиваться. Перестань бояться потерять контроль над ситуациями.
Доверься вот своим способностям, да, позволь себе быть открытой и гибкой. Попробуй вот взглянуть на вещи с другой стороны, отпустив вот эти старые убеждения, да, ограничения, которые у тебя в голове только. И вот это поможет тебе увидеть там новые возможности, увидишь пути для самореализации. Начни ценить то, что у тебя есть сейчас. Используй это как вот основу для дальнейшего роста. Понимаешь? Откройся там новым идеям, не бойся экспериментировать. Твоя внутренняя сила, она проявится, когда ты позволишь себе вот выйти из вот этой зоны комфорта, да, и принять вот эти изменения, которые идут. И это принесет, соответственно, тебе там новые впечатления и поможет достичь, чего ты хочешь. И, знаешь, еще также обрати внимание на свое вот окружение. Есть такие люди, которые готовы поддержать тебя, помочь раскрыть твой потенциал. Поэтому не стесняйся там обратиться за помощью или советом каким-нибудь. И совместные усилия, они помогут принести вот тебе замечательные результаты, которые ты хочешь. Понимаешь? Обязательно подпишись на канал, если ты еще не подписана. Нажми вот на эту красненькую кнопочку, мне это очень приятно. Тогда я знаю, когда подписчики растут, что я снимаю, как говорится, не в пустоту, и что кому-то я нужен. И обязательно оставляй комментарий, конечно же. Ну а мы переходим к третьему варианту. Дурак. Ну это шут. Поправим. Восьмерка пентаклей и императрица. Давай я буду говорить шут, да, вместо дурака. То скажешь ты меня дуракой, дурочкой считаешь и так далее. Ну смотри, что сейчас происходит, да, вокруг, но ты этого не замечаешь. Ну а вот сейчас вокруг тебя происходит что-то совершенно новое, захватывающее. Но ты этого не замечаешь. И вот шут, он говорит о том, что вот жизнь, она предоставляет тебе возможность начать с чистого листа. Это может быть там новое увлечение, новая работа, путешествие или какое-то неожиданное знакомство. Ты вот стоишь на пороге приключения, да, которое вот может изменить твою жизнь к лучшему. Но ты не видишь, что перед тобой открываются двери вот в мир новых возможностей, да? И это связано с тем, что эти возможности, они для тебя выглядят слишком необычно, да, или там рискованно. Но шут, он призывает тебя быть открытой и спонтанной. Понимаешь, мир вокруг тебя, он полон ярких красок, ярких впечатлений, которые вот ждут, когда ты обратишь на них внимание. Поэтому не бойся шаг сделать в неизвестность. Это приведет тебя к удивительным открытиям, к радости, в крайнем случае к опыту, понимаешь, к новому. И ты также не замечаешь, что некоторые люди вокруг тебя готовы предложить там тебе поддержку, да, пригласить тебя в какой-то новый интересный проект. Они видят в тебе потенциал и хотят поделиться с твоими вот, с тобой вот своими идеями. И вот это время, когда вот интуиция и доверие к себе, они помогут тебе распознать вот эти возможности и, соответственно, воспользоваться ими. Но почему ты не замечаешь по восьмерке пентаклей? Потому что слишком погружена в работу, повседневные обязанности, в быт. Восьмерка пентаклей – это про то, что ты вот усердно трудишься, там, стремясь к совершенству во всем. Твое внимание, они сосредоточены вот на деталях. И ты настолько занята вот выполнением своих задач, что упускаешь из виду вот общую картину. Твоя вот преданность к делу, да, стремление к мастерству – это супер, это замечательно. Но сейчас это мешает тебе увидеть, что мир предлагает тебе что-то большее, понимаешь? Ты вот настолько увлечена вот этим бытом, рутиной, привычными делами, что вот новые идеи, новые возможности, они просто мимо проходят, ускользают. Твоя концентрация на работе, она создает барьер, который вот не позволяет тебе открыть глаза на новые перспективы, понимаешь?
И, кроме того, ты, конечно же, устала, да, у тебя эмоциональное выгорание, апатия сейчас вот из-за этой постоянной занятости. За окном осень, дождики и так далее и тому подобное, и тебя это угнетает. Это приводит к тому, что у тебя просто нет энергии, да, или вообще желания искать нет что-то новое. И ты думаешь, что сейчас вообще не время там для перемен или там для каких-то приключений, потому что у тебя есть там незавершенные дела, там обязательства. Но это ограничивает твои возможности и не позволяет тебе там расти, развиваться и так далее. И ты так и сидишь и ждешь, когда же миллиарды на меня будут капать, да? Или когда новый мужик придет. А какой мужик придет, когда ты в апатии? Такой же апатичный, а оно тебе надо? Как тебе обратить внимание, да, и использовать свою пользу по императрице? Ну, чтобы обратить внимание, мы уже все поняли, да, кто Таро знает, это уже все понятно. Нужно принять энергию императрицы. Она про любовь, творчество, изобилие, связь с природой, любовь к себе, женственность, понимаешь? Настало время замедлиться. Отпустить там напряжение, нужно разрешить себе наслаждаться жизнью. Откройся своим чувствам, откройся интуиции. Разреши себе мечтать и фантазировать, без каких-либо ограничений, сомнений и так далее. Займись вот тем, что приносит тебе радость, что приносит тебе вдохновение. Там рисуй, пиши, танцуй, там просто гуляй на природе. Вот, загугли на Ютубе, в поиске на Ютубе «Вбей Айнцвай Пулицай», знаешь, пой песенку такую из 90-х, включи и потанцуй, вот прямо сейчас, вот я сейчас расклад закончу, включи песенку эту и потанцуй. Это тебе ничего не стоит, но ты зарядишься. Мы в магическом чате всегда танцуем под Айнцвай Пулицай. Это поможет тебе восстановить связь с собой. Понимаешь? Не песенка, а вот рисуй, да, танцуй, пиши, наслаждайся жизнью. Сходи к косметологу. Ну, просто вот сходи на какой-нибудь там... Я вот женские штучки не очень знаю. Сейчас скажу там. Вот это вот чистка лица, да? Там пилинги, маски, фигаски и так далее и тому подобное. Сходи. Сходи. Займись собой. Ты чего в Петровича превращаешься? И обрати внимание на свое здоровье. Позаботься о себе. То есть высыпайся, правильно питайся, занимайся спортом, зарядку по утрам делай. Скажешь, денег нет на фитнес и так далее и тому подобное. Кто тебе мешает заниматься зарядкой с утра? Вот кто? Я не мешаю. Я к тебе в кровать не прихожу и за ногу тебя не держу, не говорю, поспи еще 20 часов, но не вставай с кровати. Занимайся. Что, трудно? У тебя только отговорки. Только отговорки. Ой, это нету. Ой, мне то надо. Ой, то не получается. Ой, у меня апатия. Ой, я сегодня не могу отчет написать по старшим арканам, потому что дедушка не читает мне. Всех я читаю. Абсолютно всех влезаю в проживание только тогда, когда вы идете не туда. А если что-то не так, то вы обсуждаете это все в магическом чате со мной. Но... Ты же даже не прочитала внимательно, что есть магический чат, где это все обсуждаем. И тебе что проще? Тебе проще без обратной связи, тяжело. Так ты зайди в магический чат. Ссылка вот в первом посте на Бусти. Кто тебе мешает зайти? А твоя лень мешает зайти. Твоя апатия и нежелание вникать. Поэтому ты даже не знаешь о том, что магический чат существует, где все это обсуждаем и так далее. А чат отчетов, он только для тебя отчеты. Ты же этого не понимаешь? Тебе же проще, как сказать, все виноваты, но не я. И долго ты так протянешь? И еще раз повторяю, занимайся зарядкой. Нет денег там на фитнес, на тренера и так далее. Приседай. Попу качай. Красивая попа, значит, красивый мужик на попу придет, да?
по себе, как говорится, людей не судят, а дед начал судить по себе людей. Нет, я шучу. На красивые попы я не иду. Я иду только к умным людям. Мне приятно общаться с умными людьми, с которыми есть о чем поговорить. Так вот, с завтрашнего дня ты делаешь зарядку. Понимаешь? Приседаешь, качаешь попу, как его называется там, отжимаешься. Ну, как можешь с коленок отжиматься. Понимаешь? И начни общаться с людьми. Понимаешь? Вот, которые вдохновляют тебя, которые поддерживают. Если таких людей в твоей жизни нет, да, то зайди в магический чат, их там 200 с лишним человек. Они все хорошие, все идеальные. Все добрые. А у тебя что? У тебя отговорочки. А как я вольюсь туда? А как я вот это? А как я... У тебя всю жизнь отговорки. И пока ты этими отговорками живешь, ты будешь оставаться в этом болоте и просто булькать. Тот свою жизнь поднимает, кто над ней работает, кто работает над собой. Что ты сделала для того, чтобы расти? Много работаешь, так она тебя сейчас гнобит. Начни общаться с людьми. Обмен вот этими идеями, мыслями с ними, да, поможет тебе увидеть там новые перспективы. Тебе поможет найти единомышленников, тебе поможет найти друзей. Не бойся там попросить о помощи, о совете, потому что императрица, она поощряет сотрудничество и взаимную поддержку. Поэтому разреши себе быть открытой, разреши себе быть восприимчивой. Когда ты расслабишься, вот, отпустишь вот этот нафиг никому не нужный контроль, то вот новые возможности, они сами придут в твою жизнь. Доверься Вселенной, доверься своим чувствам. И ты увидишь, как перед тобой открываются новые дороги, да, к счастью, к успеху. Открываются все дороги. Прекрати выдумывать для себя отговорки. Они только тебя гнобят. Подписывайся на канал, обязательно жмякни на колокольчик, когда подпишешься, чтобы уведомления все приходили о новых раскладах. Дедушка тебя любит, только ты крапивы по попе давно не получала. Обязательно заходи в проживание арканов и обязательно заходи в магический чат. Вас половина там нету. Вы аркана проживаете, но даже не знаете, что в первом посте по ссылке там... Вам доступен пост, где написано «Проживание арканов с дедом». И прям там инструкции, там прям написано, как мне написать. И там же ссылка на магический чат. Заходите. Было бы желание изменить свою жизнь. Остальное все отговорки. И помни, что дед с тобой рядом.